Добрый день. Еще раз видно ли презентацию? Да. Уважаемые коллеги, сегодняшнему вашему вниманию я хотел бы посвятить доклад, который посвящен такой проблеме, как черняховская культура и гуны. Естественно, доклад построен по материалам в основном археологических памятников Украины. И, соответственно, здесь большинство памятников именно вот с территории Украины. История взаимоотношений гунов и европейских народов достаточно сложная. Это связано с фрагментарностью письменных источников и ограниченными возможностями исторических реконструкций по данным археологии. Гунский эпизод в истории Восточной Европы длился не более 100 лет. А в истории гунов столкновение с черняховскими племенами – это лишь один из сюжетов в системе их сложных отношений с варварами и Римской империей. Однако этот эпизод и сама эпоха великого переселения народов имели важное значение для формирования этнополитической картины средневековой современной Европы. Гунская проблема для черняховской культуры прежде всего связана с ее финалом. И в ней выделяются два аспекта, которые тесно связаны между собой. Первый из них – это причина исчезновения культуры, и вторая касается проблемы хронологических реперов финала этапа ее развития. В литературе существует несколько точек зрения на причины исчезновения черняховской культуры. Наиболее популярное мнение, согласно которому она гибнет под ударами гунов. В этом случае финал культуры связывается со временем подчинения остготов гунами и уходом визигодов за Дунай, то есть 370-380 годы. Наиболее полный и последовательный такой взгляд изложен в работах главным образом зарубежных исследователей. Вторая точка зрения не отрицает роли гуннского нашествия, однако предполагает, что процесс исчезновения культуры не был столь резким и мог происходить в течение первой половины V века. Таких взглядов придерживается большинство исследователей, которые непосредственно занимались материалами черняховской культуры. В последнее время обосновано мнение о том, что вторжение гуннов совпало с экономическим кризисом культуры. Экстенсивное использование черноземных земель в течение почти 200 лет стало причиной их полного истощения. Это вызвало кризис в сельском хозяйстве, которое было основой экономики культуры. Таким образом, основные точки зрения на проблему причин исчезновения культуры так или иначе это связывает с появлением гунов в Юго-Восточной Европе. Для объективного анализа решающими есть вопросы хронологии финала культуры. К настоящему времени в решении этой проблемы сложилось два подхода. В одном случае для датировки используют центральноевропейские хронологические схемы. Во втором разрабатывают схемы внутренней хронологии черняховской культуры или отдельных ее регионов и памятников. В докладе нет необходимости и возможности детально анализировать эти направления. Отметим, что на сегодня определился круг предметов, которые, по мнению исследователей, отражают финальный этап культуры. Это работы, известные работы Казанского, Гороховского, Гавритухина, Бирбраура, Вернера и так далее. Их анализ позволяет более аргументированно рассмотреть проблему взаимоотношений гуннов и черняховской культуры. Прежде чем перейти к рассмотрению, следует коротко остановиться на письменных источниках, описывающих этнополитическую ситуацию в Юго-Восточной Европе в последние 3-4 в начале 5 веков. Наиболее обширные сведения о восточноевропейской компании гунов изложены в трудах Аммиана Марцеллина и Йордана. По этим данным, появление гунов совпадает с концом правления Германариха, это между 369 и 375 годами. Смерть Германариха на 110 году, цитирую, дала гунам возможность осилить тех готов, которые сидели на восточной стороне и назывались остроготами. Конец цитаты по Йордану. Дальнейшие события остготской истории свидетельствуют, что на месте единой державы образуется несколько удельных княжеств. В дальнейшем мы видим несколько групп остготов с разной исторической судьбой. Прошу прощения, немножко перепрыгнули. С разной исторической судьбой, которую управляют князья из рода Амалов. Далее остготы, как сообщает Йордан, подчиненные власти гунов, остались в той же стране и в дальнейшем пытаются освободиться из-под их власти. Наследник Германариха Венетарий в результате двух военных кампаний побеждает антов. Попытка Венетария выйти из-под контроля намада вызывает три карательных акции гунам Баламбера и зависимой от них части остготов Гизимонда. В третьей битве на реке Ирак Венетарий был убит, а остготы полностью перешли под власть гунам. Хотя, цитирую, готским племенем всегда управлял его собственный царек, хотя и с разрешения гунов. Конец цитаты по Йордану. Одним из таких остготских царьков после полной потери зависимости стал сыном Германариха Гунимонд. Ему наследовал Торисмунд, успешно воевавший с гепидами, который, однако, погиб, неудачно упав с лошади.
После этого почти 40 лет остготы не имели королей и оставались под властью гуннов. К сожалению, события в истории остготов после смерти германарихов в составе гуннского племенного союза практически не привязаны к абсолютным датам и конкретной географии Припонтиды. Однако для нас важным является сообщение Йордана о том, что остготы после подчинения гуннами остались на местах прежнего проживания. Вассальный статус остготов был ликвидирован только после смерти Аттилы в 453 году. Мы не знаем, где именно располагались остготские домены, но это не исключает того, что наследники державы германарха могли проживать в Северном Причерноморье. Археологические памятники гуннов в Юго-Восточной Европе не очень многочисленны. Еще более сужает круг этих древностей проблема критериев определения материального метакомплекса гуннов в понимании разных исследователей. Классическим остается определение Хима Вернера, поддержанное другими ведущими исследователями, такими как Засецкой, Хархой и другими. Таким образом, гуннский метакомплекс конца IV-V веков включает в себя следующие компоненты. Сложный лук, котлы, диадемы, деформации черепов, полихромный стиль, однолезвийные мечи и прочее. Для нашего доклада имеют значение некоторые черты материального комплекса, карта распространения памятников, также наблюдение за относительной хронологией гуннских древностей между Доном и Дунаем. Анализ этих данных позволяет говорить о том, что в материальном комплексе гуннских и черняховских древностей есть определенные параллели. Например, среди деталей поясной гарнитуры, пряжек, бляшек, ременных окончаний есть прямые аналогии между древностями двух типов. Следующая серия слайдов демонстрирует некоторые гуннские комплексы, и красными стрелочками указаны возможные параллели в черняховской культуре. Это на этом слайде изображены комплекс Новогригорьевка погребения 9 и стрелочками обозначены вот пряжки, аналогии которым достаточно просто найти в черняховской культуре. Новогригорьевка, погребение 8, целая серия пряжек. Кубей с набором пряжек колокольчиковидной формы, с прямоугольными обоймами и так далее. Муслимова, прямая аналогия в черняховской культуре, типичная подвязная фибула. Зеленокумск с очень похожей пряжкой, которую можно видеть и в материалах черняховской культуры. Реже, но все же присутствует на черняховских памятниках и, собственно, гуннские вещи. Их немного. Среди них ювелирные изделия. Это из кантемировки, капуловки. Но на данном слайде практически собраны все вещи с памятников черняховской культуры гуннского происхождения. Это зеркала с центральной петлей, Бархтянская Шанка, Дмитровка, Комарьев и так далее. Детали военного снаряжения, стрелы и колчанный крючок. Следовательно, такие факты указывают на определенный период сосуществования двух культурных миров. Редкие вещи гуннского происхождения на черняховских памятниках главным образом ограничены южной зоной леса степи. Карта гуннских памятников показывает, что они располагаются вдоль южных границ черняховской культуры и практически неизвестны глубине ее территории. Как на мой взгляд, такая ситуация не фиксирует выразительных зон гуннской оккупации черняховской культуры. На данной карте черными квадратиками обозначены наиболее поздние памятники черняховской культуры и красным – древности гуннов. Невозможно другой, несколько иной другой аспект отношения указывает находки престижных гуннских вещей на Среднем Днестре. Это шурбанец, золотая диадема, собарь, золотая ковка седла. А с учетом концентрации в этом регионе очень специфических и ярких черняховских памятников типа собарь, комарьев, бузовица, это действительно может свидетельствовать о существовании в этом регионе некого центра власти гуннов в пределах черняховской культуры. На данной карте эти памятники обозначены красными звездочками, и черняховские памятники Бузовица и Комаров обозначены вот здесь. Вот, то есть совершенно четко локализуется район с необычным составом и памятников, и этнических группировок в гуннское время. Однако подчеркнем, что гуннские памятники, кроме узкого степного коридора между Днепром и Дунаем, почти неизвестны во внутренних территориях черняховской культуры, что и демонстрирует следующая карта. Здесь более в таком упрощенном виде показано.
Далее, для финального этапа черняховской культуры принято выделять серию предметов, которые образуют отдельную группу в корреляционных таблицах, либо имеют аналогии в комплексах с абсолютными датами. Абсолютные даты для корреляционных групп возможно найти в хронологических схемах Центральной Европы. Это горизонты Виллафонтана, Унтерзибенбрунн по Фолькеру Бербрауэру или ступени D1, D2 по Ярославу Тейрову, а также в комплексы конца IV, первой половины V веков из Крыма и Кавказа. Среди таких предметов определенные типы пряжи, гребни, стеклянных кубков и другие. Остановлюсь коротко, очень коротко на тех из них, которые синхронизируются со ступенями D1, D2, то есть датируются концом IV, первой половины V веков нашей эры. Детали поясной гарнитуры. Пряжки конца IV, первой половины V веков могут иметь округлые, овальные, либо образные формы пряжек. Я не буду конкретно останавливаться на каждом типе, они здесь представлены на этом слайде, потому что это займет достаточно много времени. При необходимости я буду позднее готов прокомментировать. Наиболее показательны для гунского времени язычки пряжек. Безусловно, к этому времени относятся язычки с колбовидной формы. Большинство из них из язычков имеет высокую ступь, и в основе длина их обычно выходит за пределы рамки. Отдельные пряжки гунского времени имеют прямой переход между пяткой язычка и петлей для крепления, а также утолщенные основы. Многие из них украшены с помощью фасеток, выемок, поясов псевдозерни, валиков и прочего. Раннегунское время диагностирует и некоторые обоймы пряжек узкой прямоугольной формы, трехлепестковые или вытянутой треугольной формы. Обоймы таких пряжек могли иметь заклепки с грибовидными шляпками. Уникальные типы пряжек демонстрируют комплексы из барахтянки и привольного, которые имеют черты, характерные для развитой эпохи великого переселения народов. На памятниках черняховской культуры известны наконечники ремней мечевидной формы. Происходят из кантемировки и имеют аналогии в комплексах гунского времени V века, Олешки, Мундельсхайм, в том числе и Зольви, как случайная находка. Один из наконечников балтского типа происходит с поселения Рипнев-2, который также датируется ступенью D1. К изделиям финала черняховской культуры можно отнести несколько типов фибул. Двупластинчатые с нижним щитком в виде вытянутого ромба. Наиболее поздние экземпляры имеют большие размеры, декоративные формы пластин, рубчатые накладки, а также накладки на дужках или кнопках, а также орнамент в виде насечек на пластинах. Близкая форма, указанную выше, демонстрирует фибулы из жилища 14 теремца, которые датируются V веком. К этому времени относятся фибулы с узкой ромбической ножкой и коротким сплошным приемником из погребения в Киеве. Поздним формам следует также относить и богато декорированные подвесные фибулы с ленточным корпусом больших размеров. К заключительным фазам черняховской культуры относятся и крупные одночленные фибулы, найденные в Баеве и Бугаевке. Также гребни позднего этапа черняховской культуры преимущественно имеют трехслойную конструкцию, длинные плечи и выступающий гриф, что в целом соответствует типу Трипо Зигрид Томас. Гребни этого типа традиционно датируются концом IV, наиболее позднее началом V века по находкам в Керчи Унтерзибенбруннене. Тем не менее, для гребня этого типа возможно выделять наиболее поздние разновидности. К таким относятся удлиненные плечи, пропилы между грифом и плечиком, короткие боковые накладки, раздельные боковые накладки и тому подобное. Такие формы гребня найдены в Кантемировке, Успенке, Гавриловке и еще на многих памятниках черняховской культуры. В унскому времени следует также отнести гребни с низкой трапециевидной спинкой и удлиненными плечами типа Вейтенки 117. А также с высокими полукруглыми спинками типа Маслова 90. К гунскому же времени следует относить однослойные гребни небольших размеров из Киева, Сум, Бугаевки и прочих памятников. К поздним формам стеклянных кубков черняховской культуры относятся такие: тип Штраума 8. Это толстостенная коническая форма с выделенным дном и шлифованным орнаментом в виде сот, линий, овалов и тому подобное. Штраума 8.1 – двуслойные сосуды с внешней стороны, в которых имеется синяя накладка из стекла синего или бирюзового цвета, на которой прошлифованы дуги, овалы, линии. Целые экземпляры двуслойных стеклянных кубков известны в Европе – Печь, Журань, Отарс, Хьоген, Эвебю. Все они уверенно датируются концом IV – первой половины V века. На черняховских памятниках известны в Бугаевке, Комарове, Войтенках и так далее. Тип Штраумы 9 – толстостенные кубки конической формы на небольшой ножке.
Внешняя поверхность украшена большим медальоном овальной формы. Происходит из Нагорного Бугаевки. Тип РАУ Гавриловка 35 или остроконические тонкостенные кубки. Известны в Адае, Гавриловке, Журовке и еще на многих памятниках. Тип Сорокина 3. Тонкостенные сосуды цилиндрической или сферической формы, которые декорированы каплями цветного стекла. Близкими по стилистике к этому типу есть конические кубки с накладными нитями из синего стекла, которые также являются индикаторами финала черняховской культуры. Они происходят из Журовки, Касанова и других памятников. Особый тип стеклянных сосудов, датировка которых V веком не вызывает сомнений у большинства исследователей, это кубки типа Хомска из Варя-Косина. Здесь на данном слайде представлены некоторые формы из этого типа. Кубок стеклянный из Хомского и фотография кубка из Косина. Здесь немножко необходимо сделать отступление и, пользуясь случаем, поблагодарить организаторов этой конференции, которые задали хорошую тему и поставили передо мной и моими коллегами такую вот задачу — найти какой-то очень яркий комплекс гуннского времени в новых археологических раскопах. Могу сказать, что мы успешно, как на мой взгляд, выполнили такую задачу. И в этом 2021 году мы исследовали комплекс, который я условно называю «постройка стеклодела», в которой было найдено около 3 килограмм стекла сырца и готовая продукция. Я продемонстрирую лишь некоторые слайды с находками из этого комплекса. Здесь вот представлены обломки кубка типа Косина. Это тонкостенный стеклянный сосуд конической формы с припаянной ножкой и большими овалами из накладных нитей синего стекла и двумя пояском из двух линий также стеклянного синего стекла. По центру нанесена капелька. Совершенно очевидно, что он имеет наиболее близкие аналогии среди комплекса Визвары, Косина и так далее. Немножко ниже будет о них более подробно речь идти. Это полуфабрикат, стекольный полуфабрикат, который найден был в этой же мастерской. Общий вес, он имеет две гаммы основных цветовых, это зеленого и синего стекла. Общий вес, как я уже говорил, это около 3 килограммов стекла. Это отходы стекольного производства, так называемые колпачки, это все из того же комплекса. То есть это остатки от изготовления сосуда, когда готовый сосуд отбивается от трубки стеклодува. Почти целая форма стеклянной чаши с цилиндрической шейкой и накладными нитями из прозрачного стекла и с таким не совсем обычным оформлением дна. Условно мы его называем дольчатым, то есть стеклянный жгут, припаянный к телу сосуда и разделенный на несколько сегментов. Еще один фрагмент, это скорее всего низко открытого типа, с декорированной накладной нитью синего стекла в три ряда. Классический образец стеклянных сосудов остроконической формы, так называемый шпиц-кёниш кубки. Ну и далее аналогии. Одна из наиболее уверенных, которая датируется V веком, это тонкостенные сосуды с овалами из накладных нитей. Здесь представлены на таблице, которая содержится в работе Игоря Олеговича Гавритухина. И совершенно однозначно все сопровождающие индикаторы указывают на V век. Хорошо известны в черняховской культуре остроконические кубки, также сопровождающими вещами, которые безусловно относятся к фазе D1, а возможно D2. А также из этого комплекса происходит фрагмент зеркала из белона или металла белого цвета, наиболее прямые аналогии, которым можно найти в зеркальцах типа Чми и Бригетцо, также датируемых V веком. Ну и общий комплекс, производственно-жилой комплекс этого участка, он выглядел следующим образом. Вот это мастерская стеклодела, да, где был найден полуфабрикат и готовые изделия, и дом на каменном фундаменте.
обращу ваше внимание, что хронология постройки на каменном фундаменте и вот этой вот полуземлянки, как на мой взгляд, абсолютно идентична. В связи с этим комплекс, который мы исследовали в этом году, в 2021 году, важен именно тем, что он совершенно отчетливо показывает, что и в гуннское время такой мощный ремесленный центр, как Комаров, продолжает функционировать. Таким образом, краткий обзор некоторых типов вещей финала черняховской культуры позволяет проводить параллели между хронологическими горизонтами начала эпохи великого переселения народов. Следует добавить, что это не отдельные вещи, а комплексы погребений или сооружений из разных регионов черняховской культуры. Массовый характер вещей финала черняховской культуры характерны для ступени D1 и указывает на то, что к началу V века нет оснований говорить о кризисе культуры. Уменьшение числа параллелей наблюдается только на ступени D2. Такая ситуация, на мой взгляд, не позволяет говорить о катастрофических последствиях гуннского вторжения. Упадок культуры следует связывать с более поздним временем. О том, что гуннские военные акции, во всяком случае до эпохи Атилы, не были столь губительными, говорят и данные поселения. Лишь на трех из них найдено оружие гуннского происхождения, это продемонстрированное выше, наконечники стрел, колчан и крючок. Материалы трех так называемых крепостей черняховской культуры, на которые по логике военного времени и географического положения должны были обрушиться гунны, не фиксируют явных следов погромов. Я не говорю уже о том, что верхняя дата этих памятников очень проблематична. Один из аргументов о фатальности набегов гуннов заключается в том, что на черняховских поселениях зафиксированы многочисленные следы разрушений, следы пожарищ и тому подобное. Среди таких поселений упоминаются Иванковцы и Лески, например. Действительно, по данным публикации, некоторые сооружения погибли в огне. Однако время их гибели определить нельзя, потому что эти постройки не содержат датирующих вещей. Хронология же поселенческих объектов культуры указывает на то, что прекращение существования этих построек относится к очень разным ступеням хронологии – и C2, и C3, и D1. И причины гибели этих сооружений также разные, в том числе и от пожаров. Этот факт лишний раз указывает на сложность исторических процессов, которые имели место в черняховской культуре. Только в известной нам письменной истории готов понтийского периода 3-4 веков упоминается военное столкновение со спалеями, гипидами, аланами, антами и другими племенами. Следует вспомнить также и карательную акцию Валента на север от Дуная в 367-69 годах с целью наказания вестготов. С какими событиями, с каким периодом следует связывать следы пожарищ на черняховских поселениях, на мой взгляд, дело будущих археологических исследований. Однако, отметим также, что прямое отождествление культуры Сентана де Муреш Черняхов и готов методологически неверно. И это ведет, если не к искажению, то как минимум объединению исторической картины Юго-Восточной Европы. Действительно, массы готов под давлением гуннов и голода в 370-х годах переселяются на правый берег Дуная в поисках убежища и пищи. Однако часть, и немалая их часть, продолжает жить на прежних местах расселения. Стоит напомнить их успешные войны с антами и гипидами, уже в качестве вассалов гуннов, а также время 40-летнего бесцарствия, уже под властью гуннов. Возможно, что в данном случае следует более внимательно изучить историческую судьбу памятников типа Касанова в составе черняховской культуры, которая безусловно отражает готокипицкий компонент культуры. Например, материалы Среднего Днепра дают возможность предполагать, что на ступени D1, это около 370-410 годов, происходит отток германского населения с этих территорий. И также хочу обратить внимание на слабую насыщенность черняховских памятников с индикаторами ступеней D1 и D2 в лесостепной зоне между Днестром, Бугом и Южным Бугом и Днепром. Это регион, в котором этнокультурной доминантой являются памятники типа Касанова-Ружичанка, то есть восточно-германского происхождения. Не исключено, что именно эта часть черняховского сообщества первая начала движение под давлением гуннов или других обстоятельств в южном направлении. Также, безусловно, парадоксальным для гуннского фатума в судьбе черняховской культуры выглядит и вывод коллеги Диденко, согласно которому именно при Причерноморье является основной зоной концентрации амфор конца IV – начала V веков. Факт, на мой взгляд, свидетельствующий о продолжении традиции активных торговых отношений племен черняховской культуры с позднеантичным миром, несмотря на присутствие здесь гуннов. В то же время под ремесленной вуалью черняховской культуры оказались не только восточно-германские племена.
и другие этнокультурные анклавы культуры. Славянские, типа Черепин, Теремцы, Хлопкин. Позднескифо-сарматские, типа Кантемировка, Беленька, Войтенки. И каждый из них имел свою историческую судьбу в развитии материальной культуры этого типа. И именно с этими памятниками коррелируются наиболее поздние индикаторы культуры. Это Беленькая, Кантемировка, Теремцы, Бугаивка, Войтенки и другие. В завершение отмечу, что гуно-черняховские отношения согласуются с правилами, с общими правилами жизни кочевников и оседлого населения Юго-Восточной Европы. Номады не были заинтересованы в тотальном физическом уничтожении оседлого населения. Для них они представляли собой объект экономической эксплуатации, сбор дани, рабы, продукты, ремесла, технологии и прочее. Вопрос заключался в том, кто будет владеть и управлять этой массой населения. Гуны, на мой взгляд, решили ее путем подчинения господствующей в данном регионе готоаландской верхушки. Вассальный статус узготов был установлен во времена Баламбера с 370-х годов и завершился, вероятно, в 455 году в битве при Недао. Я благодарю вас за внимание и свое сообщение я закончил.